Быть студентом Керченского государственного морского технологического университета – это почетное звание, а носить курсантскую форму – это ответственность и честь. В один миг центральная площадь города превратилась в плац, по которому прошли 250 первокурсников, мечтающих стать моряками. Выглаженная форма, налакированные туфли и фуражки – все это демонстрирует готовность студентов чтить морские традиции и подчиняться дисциплине. Многим из вас доведется побывать в далеких странах. Прошу вас, чтобы вы с честью несли традиции наших отцов и дедов, великих наших русских моряков, и с честью выполняли свой долг. Ребята с гордостью стояли на главной площади города, ведь они пополнили ряды федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования КГМТУ и судомеханического техникума. Подчеркнул торжественность мероприятия «Танец полонез», который исполнили старшекурсники вуза. Давняя морская примета гласит: женщина на корабле приносит несчастье. Но КГМТУ ломает стереотипы. Это все миф. Мы докажем обратное. У меня дедушка и дядя ходили в море. Как говорится, душа лежит к этому. Море мне вообще с детства нравилось, но я не именно на судовода хотела. Просто что-то связано с морским. Но я не могла определиться, определилась только буквально за год. Я сама несколько месяцев назад вернулась из плавания. Я была на учебно-парусном судне «Паллада» в качестве руководителя практики. 2 месяца в море под парусами, незабываемые впечатления. Под аплодисменты родственников, преподавателей, работников городской администрации и почетных гостей первокурсники получили курсантские билеты. Старшине группы СВ-2 Алексею Дудникову выпала честь зачитать присягу новым студентам. Я бы им посоветовал с гордостью нести звание курсанта Керченского государственного морского технологического университета. Это высокая должность. Нужно дойти до 3-го курса, и там у нас начнется специальное обучение уже по профессиям. И там, я думаю, будет очень нам интересно. Помимо учения, ребят ждет и практика на парусных судах, после которых они сразу поймут, по душе ли им выбранная профессия. 27 октября наши курсанты уйдут на Палладу, и рейс будет Южная Корея, Китай, Япония. Следующий год для вас будет также решающим, и вы уже в следующем году узнаете, способны вы, ваша ли это профессия. Студенты КГМТУ с каждым годом показывают все лучшие результаты на практике, и керченских ребят с радостью встречают на парусных судах. Гордимся и рады тому, что мы на нашем судне, на их первой плавпрактике, поселили в них эту сумасшедшую любовь к морю и к своей профессии. Курсантский билет – это первый шаг к покорению морской профессии. Но только после боевого крещения на воде ребята смогут понять, как они чувствуют себя на берегу и смогут ли теперь они жить без моря.